объявили День здоровья на телеканале Шопеншоу. Именно поэтому сегодня у нас Институт натуротерапии. Неспроста, потому что именно летом зарождается риск развития онкологии. И очень часто 45% населения уже в осенью или ближе к зиме слышат тот страшный диагноз: у вас онкология, и мы не можем вам помочь. Чтобы этого избежать, чтобы получить помощь своему организму, мы сегодня пригласили Сергея Арсенина, кандидат медицинских наук, директор Института натуротерапии, врач-хирург, клинический фармаколог, член-корреспондента Академии естественных наук, почетный член Ганноверской академии натуротерапии, ведущий авторских программ на Первом канале «Советы доктора Арсенина», эксперт телеканала ТВЦ, «Домашний», РЕН-ТВ, лауреат медицинской премии «Профессиональная жизнь», ваш, свой, родной доктор Сергей Арсенин. Сергей, расскажите, пожалуйста. Спасибо за такое представление. Действительно, о медицине уже больше 30 лет. Я про медицину знаю все практически. Мне достаточно взять вот такой флакончик, посмотреть на состав. Я даже не смотрю на название. Я всегда смотрю на состав. И я по составу могу сказать: вот это хороший препарат, это так ерунда. Вот этот корень лопуха, который сегодня у нас здесь, это, наверное, лучший препарат, который есть среди всей вот этой линейки Натурмед концентратов. Он без сахара, можно больным с сахарным диабетом. Но он великолепно очищающее действие оказывает. Дезинтоксикационное действие. Если у вас какая-то внутренняя интоксикация, если у вас там есть какие-то новообразования, доброкачественные либо злокачественные, как помощь в поддержании химиотерапии. Если у вас есть какие-то воспалительные процессы, хронические или острые. Острые вы простудились, а хронические какой-то у вас постоянно какой-то гайморит, постоянно гастрит, пиелонефрит, да любое воспаление, это лучшее, мощнейшее противовоспалительное действие. Это борьба с инфекциями, с вирусами, с микробами, это восстановление обмена веществ. Если у вас сахарный диабет, если у вас повышенный холестерин, если у вас нарушение какого-то гормонального фона, то есть корень лопуха — это основа, это база. Очень простой прием. Видите, мы взяли специально такое сублингвальное применение. По 1/3 чайной ложки под язык. Надо рассосать под языком и при этом постараться не проглатывать. Знаете, как все таблетки рассасываются под языком, например, там нитроглицерин, капотен, чтобы быстро, моментально было действие. Вот корень лопуха, он абсолютно так же действует. То есть взяли, рассосали под языком, сразу алкалоиды, сапоноиды, активно действующие компоненты пошли у вас на кровоток, и сразу корень лопуха оказывает свое восстановительное действие. Вы знаете, он настолько мощный, что иногда он прям реально творит чудеса. Да. Я вам расскажу прям одну историю. Как я уже много раз говорил, по следам я веду прием пациентов. Так. Вот завтра у меня прием пациента, полный день уже расписан. Ой, а когда к вам записаться тогда? А потом медцентр уходит в отпуск. Через месяц только, к сожалению. Хорошо. Приходит неделю назад ко мне пациентка. Ей 82 года. Вот прям садится передо мной и говорит: давайте, доктор, у меня рак. Множественные метастазы. И он, врачи сказали, не лечится. Помочь но нечем, я да? пью ваш корень лопуха, я пью чагомумиё, я пью амурский бархат, вот эти все наши препараты. И вы знаете, я год живу, и врачи разводят руками, они не понимают. То есть по всем данным, то, что можно должна уже все умереть, а я живу. Доктор, я с каждым месяцем чувствую себя лучше и лучше. Я беру ее анализы, биохимия в норме, клинический анализ в норме. Ей проводят химиотерапию, в которой люди лысеют, которые там худеют, лейкоциты падают, гемоглобин ноль. У нее все идеально. Я говорю: понимаете, вот что это какое-то такое чудо. Я говорю: доктор, вот как начала ваша пить вот эти препараты, я чувствую себя, я чувствую, я знаю, я уверена. С каждым месяцем мне все лучше и лучше. Даже у меня 4-й стадии, врачи говорят, что не бывает излечения, а я чувствую, но, что я Сергей вылечу. Владимирович, то это не чудо, как? Это вы чудо, и ваши продукты чудо, вот что значит. Мы получаем вот, сразу вот такая, курс такой результат, на 4 такой месяца. Смотрите, курс на 4 месяца, 4 баночки, 1 баночка, 1 месяц, под языком рассасываем каждый день. И внимание, только сегодня, это самое выгодное предложение дня. Одна баночка, 1 месяц стоит 999 рублей, 4 месяца у нас будет цена не 4000 рублей, а 1299 рублей, 1299 рублей. И это еще не все. Если вы забираете до суммы 2499 рублей и делаете звонок в прямой эфир, посоветоваться, спросить, оставить отзыв, любой звонок, вы получаете корзину здоровья от Института натуротерапии абсолютно бесплатно. Успевайте, дозванивайтесь. Вы знаете же, правда, как бывает, что такая ситуация. Летом жара, именно здесь у нас плодятся так в организме раковые клетки. У меня у одной знакомой было так, что мама почувствовала себя летом как-то не так, но к врачу не пошла. А осенью она уже почувствовала себя хуже, думает, подожду еще. В ноябре пошла, ей провели обследование, сказали: у вас меланома тяжелой степени, она не оперируется, не лечится, шансов нет.
И через 3 месяца мама ушла из жизни. Вот, к сожалению, такое бывает. Почему это бывает часто летом происходит? Как вы думаете? Из-за жары, может быть, из-за солнца, конечно, вот этого активного. Конечно, у нас реактивное солнце. Солнце, активное солнце на коже у людей старше 60 лет – это смерть, понимаете? Я в ужасе, когда я вижу женщину пожилого, реально пожилого, за 70, под 80 на солнце загорают вообще без ничего, без, даже без зонтика. Это ужасно, потому что когда у вас идет под действием ультрафиолета вот это стволовые повреждения клеток, когда у вас идет пролиферация безудержных клеток, когда у вас идут разрастания всевозможных новообразований, вот здесь очень важно сохранять наш механизм апоптоза. Апоптоз – это запрограммированная гибель онкологических клеток. И вот как раз корень лопуха за счет L-бета-аспарагина запускает этот апоптоз. То есть он вычищает ваш организм от этих раковых клеток. Не только от раковых клеток. Сейчас, например, лето всегда что? Отеки на ногах. И очень часто это не только венозные отеки, а лимфатические. Застой такой, да, получается? Совершенно верно. Ко мне потоком идут пациенты. Тоже приходит одна пациентка, буквально было где-то примерно месяц назад. Вот она пришла, отеки, знаете, вот ощущение пальцем ткнешь, и прям нога лопнет, да. И она потечет. Сколько ей лет? Ой, ну там не старая была, там где-то 63-65. Ой, вот так, как мне нравится молодая женщина. Ну, понимаете как? И я ей что сказал? Отеки в ногах. Врачи не могут поставить диагноз, я тоже не могу поставить диагноз. Я назначил корень лопуха, месяц она его пила, и буквально на прошлой неделе она позвонила, говорит: доктор, у меня прошли отеки. С меня начала моча гнаться. Она говорит: что это такое? Неужели корень лопуха? Да, потому что это лимфодренирующее действие, и вся лишняя жидкость у вас уходит. А что еще есть в составе? Да, это много компонентов. Основное, конечно, действие – это корень лопуха. Но здесь и эхиноцея, и шиповник, и бузина, солодка противосолитна. Здесь клюква, витамин С. Здесь красная рябина, которая считается по своему составу очень богатая антиоксидантными составами. Женьшень – подорожник, заживляющий действие. Поэтому корень лопуха можно при любых заболеваниях, будь то каких-то воспалительного действия, либо повреждающего действия. Напоминаю, что вы получаете 4 курса сразу. Это самое выгодное предложение дня. 1299 рублей. Добирайте до бесплатной доставки. От суммы 2499 рублей за звонок вы получаете еще и корзину здоровья. Мы объявили День здоровья на телеканале Шопеншоу. И всем вам, без исключения, желаем крепкого здоровья, чтобы осенью вы были так же здоровы и счастливы, как сейчас.